Здравствуйте, дорогие друзья! Я сегодня хочу вам рассказать, как приготовить сырники для маленького ребенка, если вашему ребенку еще не исполнилось 3 года. Для этого нам понадобится творог, десертная ложка сахара, одно яйцо и одна ложка муки. Все это замешиваем. Сейчас покажу, как. Я беру это все вилочкой и все перемешиваю. Яйцо, творог, 200 грамм творога, одно яйцо, десертная ложка сахара и 2 десертных ложки муки. И будем готовить сырники на пару, потому что ребенку нет еще 3 лет, поэтому им жареное нельзя. А вот такие сырнички можно. У нас получатся вот такие прелестные сырники. Вот такие. Сформировали сырники и выкладываем теперь для пароварки. В нашу мультиварку заливаем водичку. Вот пошла водичка. Немного, где-то с пол-литра. Устанавливаем наши сырники. Опа. И закрываем крышкой мультиварки. Закрыли. И теперь функция пароварка. Все, 10 минут и наши сырнички для малыша готовы. За 10 минут приготовились наши сырники. Смотрите, какие они пышные, вкусные. Ребенок их кушает с аппетитом. И пока он спит, у него дневной сон, мы его закрываем крышечкой и хорошо укутываем полотенечком. Всего приятного аппетита и здоровому вашему малышу!